Добрый день, дорогие друзья, с вами Флиот, 21-я часть моего видеопрохождения и 4-е орудие Леонардо да Винчи. И, по традиции, опять мы начинаем с того же самого. Надо нам прикончить тамплиера. И, блин, у меня не получилось его убить с синхронизацией. Ну, на самом деле, я думаю, что никому это особо суть не важно, здесь это вся синхронизация стопроцентная. Раз уж ее можно переиграть, раз ее можно. То есть, как бы я все равно потом переиграю и воспоминания я вам все покажу. Скрестит, если синхронизация на них влияет. Я сделаю все, что ты скажешь. Блин, вот видите, вот из-за этого того, что неправильно рассчитал я серию атак своих смертоносных. Так, скажу сразу, эту часть я разбил тут, скажем так, на две части, потому что очень так длинная получилась, она довольно-таки. Постараюсь сразу же выложить вторую. Вторая часть будет под номером 22. Прохождение. Но это все потом. Нынче мы должны будем уничтожить корабли Чезаре. И надо будет это сделать с помощью хитроумного изобретения Леонардо да Винчи. Начинаем мы около какого-то тут канала. Скажи товарищам, что только Эдуардо имеет право подойти к оружию и внести последние изменения. Да, капитану. Такс. Из разговора нам понятно, что нам нужен некий тип по имени Эдуардо. Так, на мост интересно, здесь можно забраться? Так, наверное, придется плыть. Тут тоже ничего нету. Жалко. Да, нет. Ну ладно. Но это у меня получилось на 100%. Да ладно тебе, так не раньше. Гасим очередного несчастного охранника. И еще одного. А вон стоит наш Эдуардо. Рядом с своей гондолой. Дай мне планы. Ты ассасин, верно? Останови Чезаре, я помогу тебе. Отведу туда, где хранятся планы. Грация. Так, ну что ж. Помчали за ним. Так, на лодку нам взбираться нельзя. Я тоже так думал. Прохитрить. Если залезть на лодку, будет рассинхронизация полная, переигрывать она надо. Вот нам надо в ту дырочку. За этим Эдуардо. Ну, в общем, как и в предыдущих частях, сейчас мы будем сперва проникать. Только немножко с другими декорациями. Тут у него такая целая будет сеть. Разветвленная, туннельная. Куда он проследует. Сидит тут охранник. Болтал ножки. Ножками. А нам не проканает, нам надо поверху сейчас будет идти. Для этого надо будет забраться. В общем, по-быстрому.
общем, так вот сейчас поверху и бежим. Главное, блин, не свалиться здесь. Потом. Очень сложно будет наверх забраться сюда же. Вот это, кстати, если вы заметили, прикупил себе арбалет. И хочу сказать, что, блин, крутая вещь для тихого убийства. То есть, как бы, получается уже полная замена пистолету, который находится в рукаве у Эцио. Причем, как бы, я так заметил, они специально сделали вот это вот во время боя, добавили, когда там, как говорят, да, он с мечом там убивает и пистолетом как бы добивает. Вы там смотрели мои видео, видели, как он там дерется. То есть они там как бы как симбионты такие два. Пистолет и меч. Вот, чтобы, грубо говоря, не выводить вообще из игры пистолет. Потому что про него вообще тогда забыли все. Никто бы им не пользовался. Потому что он громкий, патронов мало. А так сделали эффектную такую... такое убийство брутальное. То есть там режет ножом, мечом, пистолетом добивает. Но не суть. В общем, наша задача сейчас дальше двигаться. Фу, так красиво мы нырнули одновременно с падающим трупом. Так, нас там пытаются палить. Мы нырнем. Ну что ли, выбирайся уже. Не будем выбираться. Дельфинчиком поплывем. Слишком много времени то потратится на убийство. Еще, блин, плывет от нас. Так. Такой развитый ленится. Ассасин! Да, ассасин. Ну вот мы уже тут подплываем тихонечко. Кстати, нельзя, чтобы нас тут заметили. Чуешь? Это прибыл Эдуардо. Открывай. Это прибыл Эдуардо. То есть, там, чувак уже знаменит своим запахом. Прикольно. Так, ну вот мы, значит, все подплыли уже. Я тут попытаюсь сейчас проникнуть за ним, но мне не дадут это сделать. Невидимая стенка, которая еще и преградилась потом воротами. А мы сейчас откроем и пойдем в обход. Нормальные герои, потому что всегда идут в обход. Можно забраться и поверху. Что мы сейчас, собственно, и сделаем, дабы убить тихо всех этих охранников. Ну, с такой высотищи он прыгает. Я не знаю, как он все ноги, блин, хоть раз сломал. Тут так все время удачно прям приземляется. Такой прям, елки-палки. Паркурщик крутой. Альпинист. Так, ну, в общем, сейчас мы последние три жертвы убираем, и на этом я закончу эту часть. И сразу же выложу следующую, дабы не оставлять вас в нетерпении, в ожидании долгом. До следующей части, всем пока.